Итак, мы изготовили усилитель дропаутов. Выглядит он вот таким вот образом. То есть четко входит внутрь рамы по красоте. И вот здесь вот под этой гаечкой, точнее под этой резиновой накладкой, видите, даже проточка под гайку есть. Сейчас я его сниму и покрашу. Итак, вот выглядит усилитель дропаутов. Соответственно, откручиваем гаечку. И здесь у нас оська зажимается очень плотно вот этой планкой. То есть расстояние вот отсюда до сюда на долю миллиметра меньше, чем толщина оси. И, соответственно, она не будет прокручиваться, потому что все это будет очень плотно зажато. Я на таком езжу на 2-киловаттном моторе уже несколько лет. И вообще ничего никогда не отваливалось. Здесь, соответственно, тоже мотор всего 500 ватт в максимуме. Соответственно, прослужит это намного дольше, чем вот оно выглядит вот так вот немножко. Некрасиво, но по факту сейчас я покрашу, и будет здорово. Что ж, 12 часов ночи, собрана мерида на моторчике. Вот так вот выглядит наша профессиональная сборка, если у нас не заказывают переделку по проводам. Как все это будет в раму впихиваться, очень сложно сказать, потому что проводов очень много. Все это нужно отрезать, все это нужно делать по разъемам. И какую-то другую сумку сюда придумывать, прям вот нужного размера, чтобы все туда поместилось. А так все настроили, поставили трещоточку, настроили переключатель, настроили дисковые, ободные, точнее, тормоза. Дисковых здесь, к сожалению, нету. Все работает, все отлично. Кататься не будем, потому что на улице дождь и ночь. Офигенный экран, шикарнейший, большой такой. Новые монетки поставили, потому что здесь были комбо-ручки. Ручки тормозные с датчиками выключения. Здесь у нас скоростя, видимо. Здесь у нас, видимо, гашеточка. То есть, в принципе, очень даже прикольно. Велосипед не особо тяжелый, мотор 500 ватт. Будет летать очень хорошо. Единственное, конечно, я поставил бы назад дисковый тормоз. Крепление по дисковый тормоз есть. Мотор тоже с креплением по дисковый тормоз идет. Но клиент пока хочет на ободных покататься. Вот такая базовая сборка. Может быть, к нам он еще приедет на дальнейшую переделку проводов. И тогда покажу еще. А пока все вот в таком виде.